Межведомственная конференция «Воспитание мыслим по-новому, действуем сообща» состоялась накануне во Дворце культуры «Энергетик». Специалисты в области образования, культуры и спорта обсуждали развитие местных отделений движения первых и формирование единой воспитательной среды, цель которой – дать каждому возможность выбрать свой путь, направление деятельности и помочь выстроить подросткам собственную траекторию развития. На конференции участников поприветствовали первые лица округа. Насколько мы заботимся о том, какое у нас будет будущее, а будущее наше – это как раз молодежь. И вот ее ориентация в пространстве, как в плане воспитания, так и в плане профессиональном, очень важна. Очень важно привить им правильное представление о жизни, правильное представление о ценностях, о наших ценностях. И эта работа как раз сегодня ложится на ваши плечи, на наши плечи. Ангарский округ вступил в движение первых в январе этого года и открыл первичную ячейку на базе молодежного центра «Лифт». При школах, техникумах, учреждениях дополнительного образования уже создано 45 таких отделений.